И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и сегодня будем играть в Darks Deceptions, или как она называется, я не знаю, давайте, я тут уже маленько поиграл, потренировался, чтобы, потому что говорят, что это сложная игра, и, короче, так далее. Так, извините, что в таком разрешении, потому что, как говорится, для меня моё... Громкий какой. Громкий звук, да? Мне кажется, да. Давайте на хотя бы до 39. Так, капля. Извините, что я играю в таком разрешении, потому что... Я лучше убавлю. Мне кажется, очень громко. Сейчас вот так убавим. Все. Сейчас попробуем хотя бы как-нибудь выиграть. Я слышу, где-то мартышка бежит. Опа-на! Все, я понял, где она бежит. Только не на меня. Что? Смотри, что? На экран. Откуда бежишь такая опять? Нет, они опять бегут. Да, одна бежит. Обезьянка чи-чи-чи продавала кирпичи, за веревку дернула и нечаянно... Да, я ее видел там. Да, она бежит, это ж обман. Да. Тебе 75 или меньше, твоего планшет будет как... Повернем сюда. Это была очень плохой идеей. Это было так... это так было тупо, что там еще... Я так и знал! В стране были тогда. Когда я... Короче, это плохо. Короче. It helps if you don't. Сейчас, еще сейчас тут обезьяна будет. Нет, их две! Еще была третья! Издевательство какое-то над игрой, над... Кто её проходит? Не... Ух, ему это что такое? Иди ты, мне. That's what you get for monkey. Кто-нибудь мне на ушко шепните? Я не пугай Monkey. Oh dear. How embarrassing.
Блин, она, как говорится, начиналась так красиво-то. О, 9 кусков собрать осталось. Капец. Ваши этих сраных обезьян. Шаров, да, чуть собрать тех сраных кристаллов. Так, 8 осталось тупудов. Где надо, куда я побежал? Наконец! Ты собрал все, сколько было сейчас. Уж капец! Да. Кто посмеет? Черт, он знает, что ты сейчас здесь. Мне нужно бежать. Ты берись до портала и поторопись. Уезжай. Портала это бежит. There's no escape for you, Mort. Yes! Yes! Yeah! Наконец-то я убил эту падлу! Я весь потный, у меня вообще ноги холодные. Капец. Это ж капец, реально. Фух. Бирс. Good. Хорошо, ты сделала это. Я вижу, ты встретил моего друга раньше, чем я думала. Точка, точка, точка. И мой, это что такое? Бирс. Бирс, ты что такая настойчивая после всего этого времени? Слушай ее, смертный, она просто тебя использует. Дашь ей кольцо, и тогда будет вследствие. Это твое единственное предупреждение. Это твое единственное поможешь ей, ты будешь страдать. Не обращай на него внимания, я его силу здесь не могу сдвинуть тебя. Все, заколебали. Нет, давайте мне уже закончим. Тут, конечно, сюжет, но я знаю. Наконец-то я все прошел. Осталось 8 частей. Ты готов к еще? Это что за девочка? Короче, все, пока, я не буду ничего делать. Ладно, всем пока.